Дмитрию Когану, которого признали виновником ДТП, где погибли две девушки, предъявили иск на 3 миллиона рублей. С таким требованием в суд Октябрьского района пришли родители одной из погибших. Помимо морального ущерба, они предъявили и материальный, а это еще чуть меньше 450 тысяч. Адвокат ответчика согласился признать иск лишь частично. Он настаивает на том, что в ходе одного из судебных заседаний Коган уже предложил пострадавшим по 1 миллиону рублей. Однако родственники погибших девушек от такой компенсации отказались. Они настаивают на полной компенсации заявленной ими суммы. Все доводы сторон суд рассмотрит 11 марта. Предложение о компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей, оно неискренне и направлено, и что и учтено было судом в качестве смягчающего наказания вину. Поэтому мы это расценили просто предложение для суда с целью смягчить себе приговор.